Плохое настроение? Умираешь от скуки? Если под рукой есть бумага, найти занятие по душе проще простого. Цветную бумагу на стол. Вырезаем пару разноцветных кружков разного размера. Кладем один на другой. Делаем надрезы канцелярским ножом. Скрепляем круги. Проворачиваем. С тыльной стороны у среза приклеиваем небольшой сегмент, чтобы конструкция не развалилась. На желтый круг крепим Микки Мауса, а на красный – красотку Минни. Приделываем ручку с сердечком. Приклеиваем к открытке. Не забудь дописать пару приятных словечек. Это тебе, дерни за ручку. Вот это превращение! Просто эта парочка никогда не расстается. А на этот раз возьмем тетрадку и цветные фломастеры. Как тебе идея оборудовать целую комнату на обычном тетрадном листочке? Капиллярной ручкой наводим контуры рисунка, прикроватная тумбочка, кроватка с мягкими подушками, котик на кровати – неотъемлемый атрибут домашнего уюта. Рисуем шкаф и тысячу домашних мелочей. Просто спальня мечты. Раскрашиваем рисунок фломастерами. А теперь делаем на нем несколько надрезов. И приклеиваем на основу из цветного картона. Загибаем под прямым углом и создаем эффект 3D объема. Вешаем в шкафчик пару нарядов. Получился отличный дизайнерский проект, который также можно использовать для игры с бумажными куклами. Для этой идеи понадобится бумажный коробок, акриловые краски и кисточка. Красим коробку в розовый. Край фоамирана обрезаем волной. Приклеиваем его к коробку. Вырезаем еще пару деталей и приклеиваем по бокам. Широкую палочку разрезаем на две части. Одну из половинок красим и приклеиваем к выдвижному ящичку. Декорируем коробку цветными помпонами. Внутрь насыпаем цветное драже. Получилось забавное эскимо с небольшим сюрпризом внутри. Коробочка с любимыми конфетками, ну разве она может оставить равнодушной? Вкуснотища! А теперь берем кусочки цветного картона. На большом куске делаем несколько загибов линейкой. Склеиваем в кольцо. То же самое делаем с узкими полосками. Вклеиваем перегородки в большую фигуру. На белом листике рисуем лобовую часть машины. Раскрашиваем фломастерами. Приклеиваем к картону. На место лобового стекла крепим картинку с командой Скуби-Ду. К перегородкам крепим Шегги и самого милаху Скуби. Сдавливаем цилиндр. Ой, а кто это тут прячется? Да это же Скуби-Дуби-Ду! Для этой идеи подготовим бумагу для заметок двух цветов. Складываем листик по диагонали, раз и еще раз. Разворачиваем. И складываем пополам. Расправляем и еще раз пополам в другую сторону. Хорошо продавливаем сгибы. Складываем треугольник. Отгибаем уголки со всех сторон. Крепим к нему такую же деталь контрастного цвета. Отгибаем конец, чтобы детали соединились, и присоединяем еще один треугольник. Собираем таким образом кольцо. Получилась интересная игрушка-трансформер. Расправляем, собираем и расправляем. И так до бесконечности. Так затягивает, просто не оторваться. Отличная звезда антистресс. Как хорошо, что мы не выбрасываем пустые банки из-под Принглс. Самое время использовать одну из них. Надрезаем стенку зигзагом. Обклеиваем банку ярко-зеленой бумагой.
прикрепим сверху желтую челку. Приклеиваем бегающие глазки и дорисовываем мелкие детали. Сзади приклеиваем хвостик с кисточкой. Ом-ном-ном! Монстр хочет кушать! Скорее покорми меня, канцелярий! Кто не спрятался, я не виноват! А на этот раз нам понадобится плотная белая бумага и деревянная шпажка. Рисуем детали куклы, раскрашиваем и вырезаем. Шилом прокалываем отверстия в местах крепления конечностей. Берем плоскогубцы и булавки. Укорачиваем и загибаем острие. Вставляем крючки их в отверстия и соединяем детали. Приклеиваем шарнирную куклу к шпажке. Украшаем прическу помпоном и крепим пачку из фатина. Балерина, балерина, научи нас какому-то па. А пожалуйста. Все просто. Эти движения повторит даже котенок. Станцуешь вместе с нами? Для следующего лайфхака берем белую бумагу и листочки для записей. Рисуем и вырезаем из стикеров сердечки. Лайнером пишем на них дни недели. Полоски бумаги разлиновываем. И загибаем с помощью линейки. Каждому залому приклеиваем по сердечку. Подклеиваем полоску бумаги. И помещаем под нее свободный конец полоски. Тянем бумагу и перещелкиваем дни недели. Далее берем лист цветного картона. Расчерчиваем и складываем по линиям. Склеиваем такую фигуру. Теперь складываем пару конвертиков. И нарезаем бумажные квадраты. Пишем название месяцев и расставляем даты. Приклеиваем к пирамиде планшетку с днями недели. Декорируем картинками. Крепим конверты. Раскладываем стикеры по кармашкам. Настольный календарик готов. Переставляй даты, меняй дни недели и распоряжайся свободным временем с умом. Картонный трафарет, гробика и черный лайнер – вот что нужно для следующего лайфхака. Делаем пометки на картоне. В отмеченных местах делаем засечки канцелярским ножом. Приклеиваем к трафарету кусочки палочек. Обклеиваем его картонным бортиком. Делаем крышку. Переносим на крышку разметку. Крепим бортик. Приклеиваем несколько картонных квадратиков. Берем акриловые краски и кисть. Раскрашиваем. Внутрь кладем картинку с телом. Закрываем крышкой. А теперь время фокусов. Прокалываем гробик деревянными палочками. Открываем крышку, а на теле ни повреждения. Магия? Да нет же, просто маленький секретик. А для этой идеи вырезаем кусочек картона и берем трубочку. К картону приклеиваем кусочек двустороннего скотча. Закрепляем трубочку. Вырезаем из цветной бумаги изображение пламени. Склеиваем. И крепим к заготовке. Приклеиваем плавники. Сверху крепим вторую часть головы. Глаза, рожки. Рисуем ноздри. С обратной стороны приклеиваем еще частичку пламени. Подкручиваем его карандашом. Дунь, пожалуйста, в трубочку. Забавная игрушка. А теперь берем лист белой бумаги и бумагу с ярким принтом. Чертим развертку коробки. Вырезаем по контуру. Собираем коробок, загибая бумагу по отмеченным линиям. Из белой бумаги нарезаем несколько полосок. Склеиваем. Складываем левая полоска, правая полоска, левая, правая.
должна получиться такая гармошка. Распечатываем или рисуем картинку с губкой Бобом. Вырезаем мультяшку по контуру. Приклеиваем Боба к пружинке. Вклеиваем ее в коробок. Канцелярским ножом делаем две прорези. Фиксируем крышку палочкой. Крепим к ней мистера краба. Приклеиваем к коробке вопросительный знак. Дерни за крабика. Вуху! Как чертик из табакерки наружу выпрыгивает веселый губка Боб. Кто это тут такой в квадратных штанишках? Для этого лайфхака понадобится цветная бумага и коробка. Снимаем крышку и перекрашиваем ее в тон бумаги. Из листов вырезаем волшебный замок с окнами. Приклеиваем его к крышке. Из цветной проволоки делаем витое крепление, которое будет держать месяц над этим таинственным городом. Внутри коробка ставим свечки. Ой, кажется, в дальнем окошке свет. Люди! Ау! Если подсветить бумажный замок фонарем, на стенке разыграется самый настоящий театр теней. Понравились наши бумажные идеи? Какую из них ты попробуешь повторить? Напиши об этом в своем комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы увидеть еще больше необычных лайфхаков от Трум-Трум Селект.